Добрый день, в этом видеоуроке хочу поговорить про майнинг биткоина, но тут особый майнинг. Майнить биткоин будет программа. Получается, мы регистрируемся на вот таком вот сайте, потом сайт тут в основном находится на английском языке, нажимаем тут иконку, выбираем русский язык, вот, активируется потом на сайте. Дальше что нам надо сделать? После регистрации здесь на сайте загрузить себе вот это вот окно. Вот тут выбрать и подходящее на ваш компьютер версию. Вот у кого какая выбрать и загрузить. В общем, будет вот такое вот окно, как у меня сейчас. Оно уже загрузится и уже... Вот в этом меню мы выбираем тут, какую валюту мы будем майнить. Я сейчас вот майнил на ноутбуке, правда. У меня тут много не получается. Тут вот в некоторых видео видел даже до 4 клеточек было. У меня только 2. Я могу майнить, получается, только на место. На жесткий диск. А тут вот есть окошечко. Оно идет на... Можно майнить на видеокарте. Получается, у кого мощный компьютер, он может майнить и тут включать, и тут майнить. Получается, можно майнить разные валюты, тут их можно подобавлять. Тут вот можно и поснимать, и подобавлять новые валюты, и можно их майнить. Все эти валюты, они есть на сайте. Вот, я намайнил почти 5000 биткоинов. Ну, ноутбуке он плохо майнится. Это просто был экспериментальный процесс, и там выводится там от какой-то суммы, там, допустим, вот где-то, чтобы была тут троечка где-то. Вот. Примерно, или больше. Просто, ну, на нормальном компьютере оно будет выводиться нормально. Мы нажимаем там вывод, допустим. Оно там перекидывает, обменивает через обменник тут внутренний и выводится уже на кошелек. Просто суммы идут другие уже. Вот. И вам ничего не надо будет делать. Вам просто стоит включить программу. Вот. Нажал вот старт. И оно пошло майнить. Вот. Вот это идет скорость. Это майнится слабо, вот на единичке. Но компьютер при этом не очень страдает. Как бы, там, если поставить двоечку, она будет майнить сильнее, но компьютер будет страдать из-за этого. Ну, у кого мощный компьютер, я думаю, что никаких потерь он не почувствует. Вот, конечно, ну, когда я майнил на ноутбуке, я старался все отключать. Вот, и там на ночь его ставил себе майнить, это там за неделю где-то у меня намайнилось на ноутбуке, но на ноутбуке много не намайнишь, это надо стационарный компьютер. Вот, и чем мне понравилось, что все данные передаются на сайт. Вы на сайте зарегистрировались, скинули эту программу на компьютер, даже если на компьютере эта программа не включена, на сайте все эти деньги отображаются, они никуда не деваются, потом их можно перевести вывести на кошелек. Получается, можно даже поставить с одного аккаунта на 2-3 компьютера, и оно будет майнить на нескольких компьютерах, и вся общая сумма будет приходить на сайт. Вот, можно одну валюту даже взять, выбрать везде. Вот. И таким образом можно будет зарабатывать неплохо и ничего не делая, это реальность. Как бы это реально все, это не обман. Вот. Просто надо разобраться в этом всем. Может, какие-то дальше детальные уроки я буду составлять. Но пока кратко об майнинге я вам рассказал. Все, до новых встреч. Пока-пока. Смотрите мои ролики на YouTube. Подписывайтесь на канал, в дальнейшем, может быть, больше расскажу об этой программе и как лучше здесь можно будет работать и устанавливать. Все тут.